Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И я продолжаю проходить игру Outlast 2. Поехали! И те творения сказали мне, сыну грехов твоего отца, подними ноги от земли, и я поговорю с тобой. И Святой Дух вошел в лоно моего разума и заронил там семя. И я стал как хор криков в движении колес. Но мы продолжаем поиски Лин. Я так полагаю, мы проникли уже на шахты. На сами шахты. А на подходе к шахтам меня ждал кровавый дождь. Очень эпичный. И очень жуткий. Поэтому давайте погружаться в атмосферу. Ох ты, блин! Я и забыл про этот случай. Кто там? Та-та-та. Я тебя не боюсь. Блин, а по сути, повитуха же еще жива. Или может быть это новый какой-то босс? Или типа босса? Да? Нет? Ни хрена же не видно. Вообще этот кровавый дождь реален или... Или меня еще глючит? Блин, чувак, ты уже живой? Тьфу, ты точнее мертвый? В смысле? Тут явно кто-то есть, кроме меня. Эй, я тебя не боюсь. Я же не боюсь ее. Да, я тебя не боюсь. Хотя, что я тебе могу сделать, по сути? Откуда этот кровавый дождь вообще? Откуда столько крови? Или меня уже прям настолько глючит? Ух. Жуть-то какая. Кто там? Кто там? Кто делает? Блин, на самом деле здесь жутковато. Если так в реале оказаться. Да где она? Ух ты, блин. Пошла ты в жопу. Оставайся там. Пожалуйста. Блин, я думал уже гробик. В смысле? Блин, этот круг не я раскачал. Ай. Ах ты, блин, ты откуда? Урод! Давай, толкай его! Ура. Мы пытались ее вернуть. Подожди, он со мной болтает. До того, как враг разорвет ее чрево. Подожди, Лин, ты ее видел? Они нас убили. Счастливчики те, кого они убили. Убирайся. Нам нужно уходить. Нужно идти. Ты кто такой вообще парень? Ёлки, да подожди ты. Куда ты помотал? Блин. Походу, мне за ним. Где он? Куда он? Эй, дружище, ты кто? Ты вообще... Кто? Блин, опять я в грёбаной школе. Чисто из этого рукоблуда я не хочу сюда возвращаться. Как-то здесь все поменялось. Причем достаточно сильно. Немножко напоминают эти полки первого Outlast. Куда... Куда мне идти-то? Серьезно, я еще хотел там поисследовать в будущем, но, видимо, меня туда не пустят больше. Так, товарищи, можно к вам? О, круто, здесь можно поиграть в CSGO, пока учитель по информатике не видит. Да? Нет? Нет, я понял, я не буду играть. Я сделаю вашу курсовую. Miracle of Jesus. Ёлки, надеюсь, там никого нет. Естественно, там никого нет, зато есть... Есть какая-то кнопочка? Давай посмотрим. Присоединился к общению. Джессика, ты там? Привет. Работает, странно. Я вижу, как ты там печатаешь. Обернись! Не хочу. Нет. Черт, серьезно. Твою мать. Фух, о, ладно, это было не так стрёмно. Но звук был громкий. Еще один компик. Я тебя вижу. Это я пишу. Что там еще было на твоем экране? То окно, которое ты закрыла. Ничего, просто фигней страдаю. Я только разбираюсь с этой компьютерной штукой. Я могу помочь тебе, если хочешь. Лин тебе машет? Что? В смысле?
Мой муж говорит, что всему происходящему есть причина, и у Господа на все свои планы, но еще он говорит, что свою судьбу нужно делать своими руками. Я просто хотела знать, что ты делаешь, когда твой муж поднимает на тебя руку. Он делает тебе больно? Можно ли вызвать полицию, если такое случится в твоей семье? Что-то я не понимаю, нифига. О, дверь открылась. В смысле? А, я могу снимать компьютеры? В смысле, муж поднимает руку? В смысле, Блейк поднимает руку на Лин? Какая-то странная переписка. Так, и что там? Ну, естественно, ничего. Только болтовня задом наперед. Так, туда мне не пройти, я так полагаю. Пойду-ка я в открытую дверь. Ух ты, блин. Ненавижу темноту. Блин, какой-то он стрёмный. Он похож на Джонни Ноксвилля. Из придурков. Тут никого. Блин, да чего стрёмно по этим коридорам бродить? Она болтает где-то. Вон она. Эй, Джесс. Ты же Джесс? По-моему, это Джессика. Смотри, сколько крови. И она за ней. Блин, ее не видно. Куда она идет-то? Джесс, ты куда? Ты за мной? Блин, вообще, какое отношение Джессика имеет к Блейку? У Блейка ведь есть Лин. Типа я немножко не врубаюсь. Но, видимо, это подруга. Подруга Лины Блейка. Джессика. Ну, это логично, раз Джессика переписывалась. Ай! Как ты влетаешь-то резко. Джессика же переписывалась с Лин. Значит, они подружки. Я не могу расшифровать эти висельницы. Эх, ЛМ. Что это значит? То есть мне теоретически надо найти вторую часть и приложить ее. Смотри-ка, фосфором рисовали, что ли? Ну-ка. Ну да, только так светится. Ну ладно. Блин, главное не подавиться от страха. Да чего ж тут темно-то? О, вон она. Эй, Джесс. Мы тут не одни. Да я знаю, блин. Подожди. Да подожди ты. Я не хочу оборачиваться. В смысле, мне не за ней? Или я не могу за ней пойти? Блин, да почему вы закрываете постоянно за мной? Я хотел проверить, что за этой дверью и... пойти вниз. Блин, да чего стрёмно здесь ходить в темноте. Опять это... опять этот кабинет? В смысле? Я же здесь уже был. Может быть, сюда можно зайти? Нет, здесь просто дверь. Нет, серьезно, я же здесь был. Почему меня привели туда же? Окей, попробую пройти чуть-чуть подальше. Может быть, в эту дверь зайти? Нет. Ладно, возвращаемся сюда. Что за... беготня, я не понимаю. Где выход-то? Я здесь везде пробежал. Так, еще я здесь не был. Не, я здесь был. Может быть, здесь? Эксит не работает. Сюда я не очень хочу. А, я еще здесь не был. Ну, здесь, естественно, ни одна дверь не открывается, поэтому давайте попробуем сюда опять пойти и спуститься вниз. Возможно, это было ошибкой забегать в следующую дверь. Нужно было просто спуститься вниз. Правильно ведь? Ёшки-матрёшки. Здравствуйте. Как будто револьвер достаю такой. Хова! Я ко всему готов. А может быть и нет. Так, ну она здесь болталась. А, в смысле? В смысле? А, вот он! Вот он! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой. Я не хочу с ним общаться. Я побежал. Джессика, сорян. Сорян, Джессика. О-о-о. Ну и куда мне в итоге, если не вниз? Грёбаный рукоблуд.
Мне опять что ли обходить? Да ну нафиг. Ух ты, блин! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Отпусти! Падла! Кто там? Чтобы выглянуть, нажмите. ДРТ, блин, нифига себе, дождь тут до сих пор идет. Видимо, это все-таки не глюки. Охренеть. Побежал оббегать. И нарвался, блин, на язык, на какой-то крестик болтается. Охренеть, вот это эпик. Ой, дядьки на колах. Жесть-то какая. Ай, да кто там? Кто здесь? Что за срач происходит вообще вокруг? Мне прям так и хотят до инфаркта довести. Так, записочка. Ох. Опять проповеди нота. Пошел он в пени. Я не хочу читать. Почему опять все затихло? Откройте, блин. Куда идти-то? Кто там топчется? Блин, жесть. Как они любят шумами пугать, что аж прям... убегать хочется. Так, а внизу я могу проползти? Нет. Я, походу, опять забрел в какой-то тупик, в котором я нифига не понимаю, как выбраться. Может быть, здесь? Да, именно. Ай, блин, ты кто? В смысле? Смотри, какой он мерзкий. Это ж бабай. И он голый. Ты шо, ко мне идешь? Ты шо, ко мне идешь? В натуре ко мне смотри. Он вылез. Он вылез. В смысле, а куда мне? Откройте. Он еще один. Еще один. Куда бежать-то? Куда бежать? Куда бежать от них? Куда? Здесь закрыто. Ай, бабай. Отстань. Отстань. А, я понял. Мне кажется, понятно. Ой, какие вы стрёмные. Все, я встрял. Я тебя не боюсь. Блин. Все, поймали. Короче, надо, походу, назад отползти и подождать, пока не дверь выломают. Так, куда я могу спрятаться? Сюда могу? Да. Все, ныряем и ждем. Ждем, пока не сломают дверь и уйдут отсюда, падла. Да выгляни ты нормально. Вон он, один вылез. Так, вон второй ломится. И, наверное, я просто побегу ломиться. Смотри, смотри, сюда идет. Где он? Вот он тарахтит. Фух, я думал, он сюда сейчас пойдет. А где они? Блин, друзья, я нифига не вижу. А, вот один проходит мимо. Рыскает, падла, рыскает. Голожопый кретин. Вон он. А второй-то где? Блин, опять он мимо меня топает. А как мимо них пройти-то? Ай, блин, он меня нашел. Ай, какой ты мерзопёкосный. Я побежал наверх. Я побежал наверх, ты меня не догонишь. Только я не знаю, куда бежать-то. Ёлки, как обычно. Куда бежать? Здесь не пробежать. А, он меня не видит. Я прячусь. Быстрей, быстрей, быстрей. Есть. Я заныкался. Меня тут нет. Так, а куда пробежать-то? Туда не могу, наверное. Давай попробуем. А, вот сюда, наверное. Так, есть. А, сохранение идет, значит, все в порядке. Наверное. Наверное, все в порядке. Ой, как он громко орет. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, он сзади прям. Прям в упор. Да елки ж. Прыгай. Блейк, давай топи. Топи, братишка. Не знаю куда, но топи. Ой-ой-ой, колесо. Колесо, это не страшно, он там вылез. В смысле, куда дальше? Ай, вон они. Блин, я только что через стену трупов прыгнул. Капец. Как паркурщик. О-о-о. И что они, думаешь, через эту херню не перелезут? Серьезно, балбес, ты же можешь пролезть. Ну и пошел ты в жопу, раз не хочешь. А куда? Куда, куда, куда? Держать и толкать. Блин, они уже ломятся. Да все, 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 я понял вас. Куда? Что?
Что, в смысле? В смысле? Блин, меня опять проглючило. Ох. Вот это, вот этот момент напоминает мне с теми... С теми... Ой-ой-ой. Братьями. Голыми. Из первой части. Я тоже от них перебирался. За зданием. Ёлки. Да чего они любят пугать. Так. Надеюсь, эта тварь сюда не залезет. Блин, как они стали переплетать эти школу и... Что я уже вообще ни хрена не понимаю. Ну, к школе я уже привык. О. О, в смысле? Офигеть. Это что, куча Джессик? Прикольно, они в воздухе висят, походу. Блин, ну жесть, а зачем я это записываю, если это все равно и проигрываться не будет? Ну да, это не работает. Прикол. Так, мне, наверное, сюда. Ай, в смысле? Ой, кровище. Да ладно. Кровь, смотри. Кто-то сюда подошел, короче, окровавил это все и убежал куда-то, походу. Так, я вижу открытые двери, но в них я не пойду. Пошли в жопу. Так, там тоже кровь. А, там бабай. Самый главный бабай в этом городе. Ой, какой ты мерзкий. Я даже по тени вижу, какой ты мерзкий. Патла. Куда мне дальше-то, сюда? О, телек. Нифига себе. Ну-ка, закрой. Блин, он очень рядом. Я чувствую, он меня сейчас поднапугает. Джессика Лоблейк. Наверное, так написано. Типа, Джессика любит Блейка. Серьезно? А как же Лин? Что? О, какие вы смешные. Католик Шульц. Скул, а не Шульц. Так, он был слева, насколько я помню. Блин, как здесь ярко-то. Мужской туалет, женский. А, смотри-ка, там кто-то есть. А, это я там бегал. Мне что, в какой-то туалет? Ой-ой-ой. Можно я в женский не пойду? Ой, мужской тем более неохота. Тут еще темнее, чем в женском. Там кто-то бултыхается, я пойду в женский. Может быть, там человеку плохо. Эй, Джесс, ты тут? Блин, опять эта мерзопакость где-то здесь, по-любому. Джессика, 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 Джессика. Блин, сколько здесь Джессик написано. Блин, я сейчас как повернусь, а там... Нет? А куда мне тогда-то? Что-то я не понял. Я же сюда зашел не зря. Мне же, надеюсь, не... Сюда! Сюда, походу. Походу, сюда. Ай-яй-яй-яй, он рядом. Он рядом. Он рядом. Нет? В смысле? Твою мать. Да что происходит, блин? Вот она, атмосфера, вашу мать. Вот это стрёмненько, вот это страшненько. Ну и рожа у вас, ребята, конечно. Вот у этого особенно прикольная. Какие они все довольные. Ладно, пойдем. Не знаю куда, не знаю зачем, но пойдем. Блин, опять эти полки с книгами. И, по-моему, я здесь был. В прошлом флешбеке. Где-то рядом, да? Или нет? Ай-яй, ай-яй, ай-яй! Закрыто! Серьезно? А что делать? Может быть, что-нибудь нажать надо? Блин, он здесь, да, где-то? Ну и куда мне от него бежать-то, если везде закрыто? Что-то я не подрубаю. В смысле, что за лабиринты? Ай, блин! Фу! Вот это было внезапно! Об
обосраться. О, таких вот я... Такие моменты я не люблю. Какие-то тени. Сейчас опять выскочит, как в тот раз, блин, в коридоре. Ай, блин. Да что ты будешь делать-то? Да блин, он за мной прям идет. Куда от него бежать-то? Да вот он же. Вот же он, блин. Руками своими машет мерзкими. Мерзкими руками, ручищами. Книжки, книжки, спасайте меня. Книжки. Ой-ой-ой-ой. Сейчас за ногу цапнет. Нету его там. Значит, будет спереди. Блин, вот эта серия, вот это стримач прям. Стримач так стримач. Фух, откройте, блин, дайте мне на свет выйти. Быстрее, быстрее. Кто идет? Да где? Джессика, твою мать, больше так не делай. Блин, да чего я не люблю такие моменты, когда просто не ожидаешь чего ожидать. Там книжка сквозь стену проваливается. Твою мать, я готов. Не готов я ни хрена. Куда, туда идти? Я бегу туда, короче, напролом. А что со зданием-то? С ним все в порядке же было. Охренеть. Охренеть. Кто? Он впереди. Он впереди. Бегу. Джесс. 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 Она меня спасает, походу. Я бегу за тобой. Где ты? Где ты? Где ты? Блейк, пожалуйста. Сейчас мы тебя спасем. Я не знаю, кто ты, короче. Ему. Блейку. Кто это? Это эти деревянные меня поймали. Нафига они меня из этого глюка вытянули. О, жесть. Вот это жопа. Блин, да чего стрёмно-то. Откройте, блин. Ладно. Я увидел иконку сохранения, поэтому на этом на сегодня все, ребята. Это было реально жутко. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. И поддержи меня лайком, чтобы мне так страшно не было. Всем пока и до скорого.